Насытившись красками военного антуража, художники Донецка решили разбавить камуфляжную палитру яркими красками, представив в центре города духоподъемное граффити, украшающее фасад здания возле парка «Сокол». По словам художника, подобный арт-объект подтверждает то, что люди устали от войны. Все было в крайне сжатые сроки. У нас была задумка успеть до выборов. И буквально где-то 4 дня на обсуждение эскиза до финальной стадии доведенного и 4 дня на исполнение на стене. Ну вот сейчас я вот 5-й день сижу, по-моему. А дедушки ходят, молодцы, пацаны. Ну, кричат потихоньку такие. Исполинских размеров рисунок радует глаз бесчисленного множества наших соотечественников и гостей города. Основные символы Донецкой Народной Республики и слоган «Завтра наступает сегодня» выражают общую идею произведения, которая убеждает, что в будущем Донецк ожидает только развитие и успех. Ну что, красиво. У нас же возле манежа там разрисовали красиво. Граффити тоже что-то. Целую стену. Так красиво. Это была серая стена, старая, грязная. И вообще некрасиво. А сейчас... Граффити, появившиеся в считанные дни, с позволения городских властей, знак солидарности молодежи к избранному курсу новообразованного государства и его лидерам. По словам создателей, подобный эксперимент – начало распространения культуры граффити в Донецке и искусства в целом среди молодого поколения Донецкой Народной Республики. Да, но времени, конечно, мало. Если бы было больше времени, то можно было бы и больше расписать, и больше контекста туда вложить. Ну, чем больше времени, тем больше работы. Чем больше работы, тем лучше качество. Дмитрий Подорожник, Тарас Мирный, специально для Новороссия ТВ.